Всем привет, друзья! Вы на канале Блог Владивосток. Спустя две недели мы выбрались еще раз прокатиться на катере. Сейчас уже вечернее время, сейчас 7 часов 30 минут. Посмотрим закат, посмотрим на город Владивосток. Вот смотрите, какой туман сзади остался, прошел. Над нами голубое небо. Город Владивосток на закате. Вон там площадь центральной улицы города Владивостока вдалеке. Золотой мост. А здесь мост на остров Русский. В левую сторону мы видим канал и остров Елена. За ней остров Русский. Подъезжаем к маяку. Отходим. Электропередач ЛЭПы, которая ведет на остров Русский. Через остров Елену. Ага. Смотрите, какой спецэффект. Это я снимаю через желтые очки. Возвращаемся в Таиланд. Даже жарковато так, когда не едем. Получается, всем фото вот они.
сильный ветер, скачка. Возвращаемся обратно, там был ветер довольно сильный, и есть вероятность того, что будет шторм. Поэтому мы идем обратно, через полчаса уже станет темно. Проезжаем маяк. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Как говорится, вам не сложно, а мне приятно. Благодарю за просмотр и увидимся в новых видео. Всем пока-пока. Влог Владивосток, красивые места. Подписывайся, ставь лайк. Что-то тут такие тучи прям лютые. Сейчас красивое освещение снимать в самый раз. О, сейчас догоним. Смотрите, золотой закат и маяк. Красиво.